Привет, зрители. Так, что-то я, блин, вспышку не включил. Обзор еды. Что интересного я нашел. Сейчас я же снимаю пореже. Потому что примерно одно и то же все. Ну, кое-что новое есть. Вот такие вот сардины, азбука моря. Не дешевые консервы. Как видите, это ключом. Рукой открывается. Как будто элитные консервы, но на самом деле барахло. Консервы не советую, хлам. Вот код ее сделано Южмол обл флот какой-то херня. А стоит там рублей 80, может быть 100. Ну, невкусная, горькая, дурацкая рыба какая-то, вонючая, воняет какой-то дрянью. Вот. Просто интересно, что уже такие консервы стали херовые, недешевые. Ну, вот дата. Видите? Так, ладно. Вот такие вот тоже. Килька элитная. Ну, не самая, конечно, элитная. Можно и подороже найти, но... Такие баночки прилично стоят. 80 под 100 рублей. Килька. Барс. Экстра. Нарисовано красиво. Херня. Горькая. Горькая рыба с кишками. Производитель Барс. Ну, это известный очень крупный производитель. Хорошая баночка. Сваркой. Вот. Кот. Ну, внутри, ну, рыбы нет, а что-то там просто жидкое такое барахло, типа соуса, ну, и дурацкая рыба. Конечно, 10-рублевые какие-то консервы еще хуже, но теперь вот такие консервы тоже дурацкие стали. Вот, без бумажки, смотрите, напечатано, это вот самое дорогое, напечатать краской, напечатали... И хлам. То есть отличная баночка сделана вот здесь от ржавения, полосочка, а внутри хламина. В общем, оба консерва, ну, не самые плохие, но соразмерна цена 100 рублей. И что внутри, ну, это барахло. Это тоже с ключом, видите, с ключом. Просто дребедь. Ну, такая цена таким банкам рублей 30, а не 100. Так, сейчас дальше. Что у меня еще интересного есть? Так, снимаю дальше. Что нашел интересного? Такие маленькие мандаринки. Около 70 рублей, но подсохли уже. Хорошие мандаринки. Вкус... Обычный. Не самые лучшие, конечно, но сойдут. Такой большой мандарин. Я, по-моему, снимал его уже. Хороший, без косточек. Цена рублей 50-60, как картошка. Вот такие вот помидоры. Это вроде азербайджанских помидор. 150-200 рублей стоят. Очень прилично стоят. Это я покупал, конечно, дешевле. По-моему, я не помню, снимал или не снимал. Ну, сниму еще разок. Там называются розовые, азербайджанские. Это стоили рублей 75, по-моему. Вот 75. Ну, по сути, в два раза дешевле, потому что они долго валялись. Если помятый уже помидор, он становится... Теряет вкус, короче, не мятые помидоры лучше не покупать. Он не протухший, но он безвкусный такой становится, вкус уходит. Ну, как у абрикосов, они тоже долго валяются, они уже водянистые становятся. Так. Ну, в общем-то, все, больше я ничего особо интересного не покупал. Сейчас проще покупать. За 60 рублей мандарины, чем картошку. Картошка столько же стоит. Так. Ну,
Ну и да, все становится хуже, дороже, естественно. Но что это такое? Но это, конечно, для простых людей, для чиновников, у них там особая какая-то еда, они не едят в этих магазинах, ни лентах, ни в пятерочках. Им они какую-то особую еду едят. Это такая вот простецкая еда. Ну, бывает, кстати, неплохая. По сути, вот этот мандарин, он нормальный, более-менее. Он выглядит страшненьким, но этот хороший мандарин, он мне больше, чем апельсин. Апельсин не понравился. Кислые, все время какие-то кислые апельсины. Это мандарины сладенькие, мне нравятся. Так, ну хотел я еще купить там этот виноград, но так я и не дошел, пока не купил. Что еще? Да, все, больше пока особо ничего. А, опять эти пельмени. Потом я сниму Цезарь, очень невкусные. Они не дешевые, но ужасные, невкусные. Потом я их сниму еще. Так, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте уведомления и не верьте поганому государству, становитесь либертарианцами. Всем пока.